начале избирательной кампании я поспорил с одним блогером, Юрий Дудь, о том, что если я со своей командой наберу меньше 15% голосов избирателей, то я сбрею усы. Закончилась предвыборная кампания, прошли выборы, посчитали голоса. И Центральная избирательная комиссия сказала, что у меня меньше 12%. Я в это не верю. Абсолютно убежден в том, что мы набрали гораздо больше голосов. Но никто не обещал честных выборов. То есть обещали, но не держали слово. Поэтому я, в общем, формально проиграл это пари. Поэтому, как честный человек, я должен, конечно, сбрить усы. Так. Но споры есть споры, поэтому я, несмотря на то, что больше 30 лет не брил усы, сегодня не сбрею. Эта штука вот так. Чик. Началось. Так. Следующий процесс. Я дал слово, и я его сдержал. Хотя абсолютно убежден в том, что я и моя команда получили гораздо больше 15% голосов избирателей. Но с усами или без усов мы с вами пойдем дальше. Посерьезнее, ты без усов сижу, какой-то посерьезнее.